Пожарники – это Госкомлес, Северо-Западная авиабаза и Госконтроль охраны и защиты леса. Так как ситуация с лесными пожарами остается по-прежнему чрезвычайной, сегодня состоялась очередная пресс-конференция по этому вопросу. За весь пожароопасный летний период зафиксировано 687 возгораний леса. Только за вчерашний день возникло 14 новых пожаров. Как правило, на протяжении всего времени держится самый высокий класс пожаров – пятый. Раньше, если грозил четвертый, удваивали патрулирование. На последние необходимы деньги, которых нет. Правительство республики выделило авиабазе 100 миллионов, вместо обещанных 200. Для сравнения, один летный час Ми-8 и Ан-2 стоит 20 миллионов, а реальные расходы на сегодняшний день составляют 1 миллиард 600 миллионов. Что касается оборудования для тушения, то одна часть его пропала бесследно при акционировании леспромхозов, а другая износилась до крайности. Из такого положения лесники видят два выхода. Первый – ограничить вход людей в леса, так как 88% пожаров – дело рук населения. И второй – дождаться главного пожарного. Они имели в виду дождь.